Надя, дорогая Надя, постой, не уходи. Мы от всей души хотим поблагодарить за оказанную помощь и поддержку в проведении сегодняшнего концерта первого секретаря Московского городского отделения Коммунистической партии Российской Федерации, руководителя фракции КПРФ в Московской городской думе Зубрилина Николая Григорьевича. Уважаемый Николай Григорьевич, вам предоставляется слово. Просим вас подняться на сцену. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня мы с вами присутствуем на замечательном концерте, творческом вечере замечательной артистки Надежды Крыгиной. Она достигла в своем творчестве, в исполнительном искусстве, высочайшей высоты. У нее множество творческих наград, множество народных званий. Но самое большое достижение – это наши улыбки и наши аплодисменты. В этом зале сидят представители Московского городского отделения КПРФ, простые зрители, москвичи, представители общественной организации, «Надежда России», «Русский лад» и «Дети войны». Это наши уважаемые пенсионеры. Да. Поэтому от имени Московского городского отделения КПРФ, от имени фракции КПРФ Московской городской думы, я сердечно поздравляю вас с этим творческим вечером. Желаю вам счастья, здоровья, удачи и всего наилучшего. Спасибо. И привет от Геннадия Андреевича Зюганова. Ему тоже низкий-низкий поклон. Он всегда помогает и всегда поддерживает. Спасибо вам большое. Николай Григорьевич Зубрилин, аплодисменты. Спасибо большое.